Третий год подряд любители мини-футбола встречаются, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Все по-настоящему – и государственный гимн, и воля к победе, и накал спортивных страстей. В этом году у нас приняло участие 12 команд. Есть две возрастные категории – младшая до 18 лет и старшая, старше 18 до 23 лет включительно. Турнир интересен, с каждым годом только участников все больше и больше. Вот. И мы проводим его в летнее время, когда основных уже соревнований в спортивных секциях практически нет. И вот тем самым данный турнир является популярным у нас в городе Анапа. В этом году турнир проходит на спортивной площадке средней школы номер 2. Футбол – игра командная. Здесь важны сплоченность и понимание. Тогда и результат будет. 23 августа подведут итоги турнира, наградят победителей и отметят лучших игроков медалями и спортивными призами.